Каждый расплачивается даже за то, чего не совершал. Стивен Кинг. Странно, как все может измениться в жизни за короткий срок. Не то чтобы я жила в постоянных приключениях. Скорее, наверное, наоборот. Все просто и обыденно. Хотя, должна признать, мне нравится вся эта заурядность. Я не стремлюсь иметь все и сразу. Как смех превращается в слезы. Когда же ты смиришься с его смертью? Никогда. Потому что он умер зря. Лучше бы ты была на его месте. Любовь в ненависть. Мне было бы проще, если бы ты не вернулась. Твой отец не святой. Перестань ставить мне его в пример. Друзья во врагов. Какая же ты идиотка, Эмилин. Твою мать посадят в тюрьму за преступление, которого она не совершала, а убийца будет на свободе. И если ты считаешь, что твоя великая тайна стоит того, тогда я больше не буду принимать в этом участие. Как легко потерять близкого человека. Реджина Ллойд, вы арестованы. Эмилин, Эмилин! Мелли, не отдавай нас! И как сложно вернуть его обратно. Скажи, через сколько будет суд? Полгода, может, чуть больше. Полгода? Что я буду делать эти полгода? Жить, Эмилин. Просто жить. Чтобы стать счастливым, нужно пройти через ад. Как думаешь, что такое СЭ? Прошу, скажи, ты получил записку? 6 лет назад человек, всадивший пулю в моего отца, обещал вернуться и убить каждого в этом доме. Проблема лишь в том, что нужно быть поистине отважным, чтобы не бояться узнать правду. Совершил ли мой отец с друзьями что-то страшное? Я чего-то о нем не знаю. Кем был мой отец? Не лезь в это дело, милая, прошу. Рано или поздно мы все платим за чужие грехи. Мама, очнись. Мы все в опасности. Объясни мне, кто за этим стоит. Какова роль моего отца в этом? Ты уверена, что действительно готова к тому, чтобы знать правду? Этим летом. Ты должна бросить это. Отнести бумаги в полицию или сжечь их. Тебе откроется мир полный. Это медкарты людей, нуждающихся в трансплантации, и их доноров. Тайн. Привет, Глен, давай поиграем. Я буду твоим проводником в мир, где раскрываются тайны, где нет святых, есть только грешники, которые хорошо скрываются под масками. Предательств. Ты скрывал от меня, врал мне. Ты обвинил меня в том, что я с тобой ради информации, а сам разве не за этим стал со мной общаться? Верни мою сестру. Проблем отцов и детей. Я знаю, что не была хорошей матерью, но я пыталась тебя оградить. Ты никогда не задумывалась, насколько сложно расти в семье шерифа? Любви. Не заставляй меня чувствовать себя виноватой за то, что сломала твою мечту. А может, ты ничего не знаешь о моей мечте? Может. Спустя столько лет ты выбираешь человека, которому неизвестно, какая ты настоящая. И музыки. Музыка меня лечит, как и всегда. Каждый звук отбивается у меня в голове и потом протекает по венам. Я чувствую, что снова могу дышать. В романе Ольги Олейниковой. Девочка со скрипкой.